ТЭЦ «Камус-Энерго» в Химках продолжают работы по устранению сбоев теплоснабжения. Аварийные работы одновременно ведут на 13 участках теплосети. Так, на Кирова-11 бригада устранила повреждение трубопровода разводящей сети, которая распределяла тепло на 6 домов. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с директором химкинского филиала ТЭЦ «Камус-Энерго» Сергеем Чубаровым проверили ход ремонтных работ. Сейчас устраняется повреждение на 89-й трубе. От этой камеры у нас запитано 6 жилых домов. Ну, сегодня должны закончить. Вода сошла, и сейчас приступают к демонтажу, и потом к монтажу заменим метр участок. А вы дома эти выключили, да? Да, мы подвесили дома, ограничили, утром протопили. Там надо почистить изоляцию. Сейчас изоляцию почистим, да. Там намотаем изоляцию. Вот, и сделаем. Последствия аварии на этом участке устраняют 6 специалистов и 2 единицы техники. Работу ведут в круглосуточном режиме. Сколько нам времени нужно еще? Ну, я думаю, что ребята до упора лестницы, будут работать. Да. Ну, до упора до скольки? До 10, до 11 или до утра будем? Я думаю, или, здесь сутки работают. Сутки? Да. Еще сутки? Ну, до 5 утра, я думаю. До 5 утра? Ну, суточная бригада. А, вы суточная, да? Суточная бригада, они не уедут, пока не сделают. Глава Химок вместе с инженерами ТЭЦ «Камус-Энерго» обсудили с жителями домов ход работ. Донесли информацию о сроках устранения неполадок. Хорошо, хоть мы пообщались, мы сейчас поговорили со всеми. Да, теперь хоть понятна ситуация. Будем надеяться, что будет все у нас нормально. В общей сложности наладкой и ремонтными работами в Химках занимаются 17 бригад. Их увеличили вдвое. Мы работаем во взаимодействии с администрацией. Постоянно у нас на каждом, где работает бригада, имеется сотрудник от администрации, от управляющей компании. Усилимся постоянно, чтобы ускорить работу. Мы никого не бросаем. Хочу еще раз отметить, что работа организована круглосуточно. За последние сутки ТЭЦ «Камус-Энерго» устранили в Химках еще 9 повреждений на трубопроводе и восстановили теплоснабжение в 24 многоквартирных домах. Оставшиеся адреса, где зафиксировали заниженные параметры отопления, методы и сроки отладки системы, представители ТЭЦ «Камус-Энерго» обсудили с химкинскими депутатами на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ. Где-то есть аварийные ситуации, где-то, соответственно, это связано все-таки с регулировкой непосредственно на вводе в дом. Где-то эти вопросы необходимо отработать совместно с управляющими компаниями. Поэтому эти вопросы депутаты будут держать на контроле, каждый на своей территории. Глава городского округа Дмитрий Волошин держит на личном контроле с докладом каждые 3 часа выполнения работы с «Камус-Энерго» по тем локациям, где есть аварийные ситуации. С 2022 года теплосети в Химках принадлежат компании ТЭЦ «Камус-Энерго». Ресурсоснабжающая организация эксплуатирует и отвечает за состояние всей системы теплоснабжения в округе. В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева в Химках приступили к реализации масштабной 3-летней программы по модернизации теплового хозяйства. Так, к новому отопительному сезону в округе заменили 15 участков старого трубопровода, обновили оборудование в 13 котельных и 88 тепловых пунктах. Всего до конца 2025 года в округе проложат новые трубы на 42 участках общей протяженностью 26 километров. Еще 460 километров сетей отремонтируют. Работы охватят 889 многоквартирных домов, в которых проживают более 200 тысяч химчан. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.